Здравствуйте, уважаемые любители анекдотов. Это Анекдот ТВ и ваш несравненный и неизменный ведущий Макс Дарк. Сегодня мы послушаем новые анекдоты. Итак, мужик едет навстречу, опаздывает, нервничает, не может найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и говорит: «Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь». Вдруг чудесным образом появляется свободное место. Мужик снова обращается к небу: «А, все, не надо, нашел».